Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Assassin's Creed Восстание. И сегодня я хочу пройти полностью четвертую главу. Но для начала мы с вами зайдем в магазин и попробуем открыть новых персонажей, потому что у меня накопились кубы. Так, давайте вначале вот этот вот бесплатный. По стандарту, что нам выпадет? Руда, кредиты и Матео. Хорошо. Ну, а теперь мы с вами будем открывать уже вот эти вот кубы. Так, поехали. Хотелось бы, конечно, кого-нибудь получить. Угу, Максима, Хорхе и Лучано. Слушай, ну прикольно. Давай еще разок попробуем крутануть. Там, кстати, для того, чтобы получить Лучано, не хватает буквально двух ДНК. Может быть, сейчас фартанет? Констанца, так, Иниго и Доминго. Блин, ну что ж такое, давай еще разок. Специально сейчас буду так делать, чтобы я не получил. Ну-ка, поехали. Опять Матео. Ну, ё-моё, Майя и Джералома. Хреново, ребят, вот что я вам скажу. Ничего путевого не выпало. И это меня расстроило, ядрен батон. Ну ладно, давайте тогда будем переходить уже непосредственно к сюжетной линии. Так, задание, и сейчас будем... Кстати, я немножко себе приодел Беатрис, в плане того, что я ей дал неплохой в руки меч, и Агилару, кстати, тоже. И что же, у нас с вами 21-я миссия «Спасение Аббата». Давайте приступать, и заодно, наверное... маленечко с вами прочитаем. Сведения, добытые на вилле лейтенанта Дель Сальто в Лионе, указывают на то, что Рамирес приказал схватить и пытать монахов ордена, находящегося в горах Астурии. Говорят, они берегут фрагмент золотого посоха святого Иакова, который может оказаться частью посоха Эдема, разыскиваемой Торквемадой. Монахов держат в одной из крепостей Инквизиции в Овьедо. Мы должны пробраться в тюрьму Овьедо и освободить монахов, и узнать как можно больше об артефакте, чтобы убедиться, что он действительно является частью посоха. Хорошо, мы с вами берем. А в принципе, вот этот отряд у нас и будет рулить. Так, низкая мощь. Я офигеть, 1520 нужно. Я думаю, что есть резон немножечко нам подхилить Беатрис, потому что у нее там здоровье. Ну да, чуть-чуть буквально. Так, у нас есть с вами такое слабенькое зелье. Вот это вот. Отлично. Ну что же, ребята, я не был на тех миссиях, так что давайте приступать. Посмотрим, что нас там будет ожидать. Ну что же, мы с вами на месте, и давайте быстренько просмотрим. Нам нужно спасти одного узника, я так понимаю, и он будет где-то, наверное, вот здесь в конце. Ладно, давайте возьмем для начала Беатрис. Здесь она зайдет как нельзя лучше. А ну-ка... орлы, как говорится, поберегись. Слишком быстрое у нас ускорение с вами. Ну, добьем? Блин, да что ж такое-то? Отлично. Так, двигаемся дальше. Мы можем пойти вниз, можем пойти сюда. Ну-ка, давай-ка попробуем взломать. Упс, неудачно. Да ладно. Ать, хреново, ребята, все. Тогда будет у нас, наверное... Слушайте, а мы не сможем, да, перейти на Беатрис? Тогда ломай. Черт, неудачно. Вообще захлопнулись двери, ребят. Надо было мне все-таки Беатрис выбивать двери. Ладно, пошли. Иди сюда, архаровец. Будем тебя наказывать сейчас. Делаем парирование. И вот так вот. Хрен тебе. Добьем. Че ж такое-то? Он сам подох. Так, мы двигаемся сюда. Ёлки-палки, вас трое аж здесь. Ладно. Не понял юмора. Еще ниже? Вот это вот хреново, ребят. Ну ладно, нам деваться некуда, придется бомбить. Так, парирование. Кровоизлияние. Так, он промахнулся, походу, дела или нет. Ну сейчас он сдохнет, однозначно. И тут сундук у нас, или что мы там с вами нашли? Я, честно говоря, не вижу. Так, ага, мы с вами освободили того самого монаха. Я думал, мне конец. Не знаю, как вас отблагодарить. Вот пара монет, и прошу, спасите нашего аббата.
Говорит нам монах. Задача выполнена, и мы получили 350 монет. Так, поехали дальше. Так, здесь их трое, но в принципе для Беатрисы это, знаете, как орешки щелкать. Упс, размашистый удар. Сразу парирование. Так, они сейчас сдохнут у нас от кровотечения. Ага, этот-то, голубчик, какого хрена сюда прибежал, а? Тебя сюда звали, олух? По-моему, нет. Слушай, нифига ты припух, родной, на! Так, продвигаемся с вами дальше. И здесь выбор, либо вниз, либо вверх. Давай вот так вот попробуем. Опа! А тут у нас чувачок стоит довольный, да? Ну-ка, вот так вот. Слушайте, но Беатрис хороша, ребята. Вот с этой саблей, которую я ей дал, или меч, да, меч, она вообще их сейчас косит налево и направо. Причем без каких-либо проблем. Так, у нас проблемка с вами небольшая. Ну-ка, пройдем. Прошли. Ну что ж, давайте двоих тогда попробуем накумарить здесь. Парирование. Кровотечение. Так, ну что же, этот, я думаю, сдохнет, да? Минус один. И сейчас минус второй. А. Слушайте, ну пока все изи. Вот он, ребята, пленник. Аббат. У нас нет ни единого выбора. Подождите. Ну да, нам придется идти сюда, Беатрис. Ну, изи, на самом деле, если честно. Если мы сейчас здесь пройдем, то я считаю, что уровни легкие. Так, что такое? Я не мог понять. Ага. Так, ну и теперь этот палач. Смотри-ка. Опачки. Ну что же, давайте спасать аббата. И что он нам, интересно, расскажет? А ведь должен дать какую-то информацию нам. Монах, прошу вас, спасите нашего аббата. Часть посоха Эдема не должна попасть к мерзавцам-инквизиторам. Слушайте, это у нас обычный монах. Я думал, что это аббат. Так, нам что, нужно двигаться дальше? А вот это для меня уже новость. Так, ну-ка давай ликвидируем. Куда теперь? А, теперь еще и ниже. Хм. Ну что, будем рисковать, ребята, а? У меня два варианта. Либо Беатрис, но у нее очень мало здоровья. Давай вот так попробуем. Что такое? Смотрите-ка, Рамирес. Ты связан клятвой и обязан подчиниться высшим чинам. Неподчинение великому инквизитору Торквемаде приравнивается к измене, говорит Рамирес. Ты ошибаешься. Я подчиняюсь не инквизиции, а самому господину. Мне нечего тебе сказать. Вот так вот. Блин, я нифига не вижу, что там происходит, ребят. Палач, пытай этого человека до тех пор, пока он не расскажет все, что знает о своей драгоценной реликвии. Но убедись, чтобы он не умер раньше. Это большая честь, инквизитор. А пытать такого еретика еще большое удовольствие. Фига ты, олух. Так, и кто-то уходит. Блин, ну почему я не вижу, что там происходит, ребят? Минусуем. Хе-хе-хе. И этого тоже. И спасаем аббата. Нифига не видно, что там происходит, если честно. Ну, спасли мы или нет? Где движение-то какое-нибудь? Альварадо говорит: мы освободили аббата, отлично, давайте его выслушаем. Друзья, спасибо вам, что спасли меня от ужасов этой пыточной комнаты. Но если они отыщут нашу реликвию, в опасности будет все человечество. Я расскажу вам все, что знаю о реликвии, но пообещайте спасти ее от Рамирса и его людей. Давным-давно мы отдали реликвию благочестивому королю Галисии Педро Мадруга, хранителю нашего монастыря, умоляя спрятать ее. Мадруга согласился и забрал ее в свой замок Собраса. Увы, несколько лет назад правитель скончался. Замок Собраса заброшен, но реликвия все еще должна быть там. Найдите ее. Она не должна попасть в руки инквизиции. Да благословит вас Господь. Вот так, ребята, вот такая вот у нас информация. Ну что же, я так понимаю, следующая миссия у нас будет именно по отправке в ту самую крепость. Ну что же. О, опыт, 20 ДНК Агилара. Ну что же, шикарный куш мы с вами заработали. И следующая миссия у нас 22-я. Неожиданность в Собраса.
Давайте приступим и заодно почитаем. Дневник Агилара, запись 22. Пусть мы не смогли перехватить Рамиреса, нам удалось спасти от пыток аббата из монастыря в Астурии и его монахов. Аббат рассказал нам, где хранится священная реликвия, которая, мы уже не сомневаемся, является третьей частью Посхайдема. Педро Мадруга, друг монахов, много лет назад спрятал фрагмент в своем замке в Собраса, ныне пустующем. Аббат попросил нас забрать реликвию, чтобы она не попала в руки Инквизиции. Мы должны добраться до артефакта, пока лейтенанты Рамиреса не прознали, где он хранится. Ну что же, ребята, я не буду ничего менять. Единственное, что, конечно же, отхилю по полной, наверное, не получится. Получится. Вот так вот. Беатрис. Смотрите, мы, главное, сегодня вот Луизой вообще не играли. Только Беатрис и Агилар. Ну что же, поехали, будем приступать. «Как это возможно? Как Инквизиции удалось обогнать нас? Аббат ничего им не сказал», — говорит Агилар. «Где Альварадо? Его сеть информаторов была бы нам очень полезна. Мы не можем ждать его. Мы обязаны найти фрагмент посоха до того, как до него доберутся люди Рамиреса. Вперед!» Найти третью часть посоха. Да, значит, у нас задание. Ну что, давайте вот этого, наверное, втихушечку вот так убрали. Так, у нас... Можно поверху пойти. Но я лучше пойду, наверное, понизу. Так, взломать бы нам только или... Слушай, получится или нет? Как думаете? Рискую. Неудачно. Неудачно. Во, хорошо получилось. Кто у нас здесь? Так, если я возьму Агилара, 67% на успех. Я рискну, я попробую все-таки. Опа! Круто получилось. Двигаемся тогда с вами дальше. Ну, это у нас сосунок. Я думаю, что мы его сейчас убьем. И здесь 67%. Давай лучше вот так его убьем. Не будем прятаться. Упс! Упс! Ребята, у меня больше нет попыток. Давайте тогда вот так его бомбить. Слушайте, если он по мне, наверное, попадет, мне будет больно. Он промахнулся. Слушай, ну вот это было замечательно. Накрыли мы его. Так, а вот тут уже хреново, Беатрис. Твой выход, родная моя. Потому что здесь как раз ребята твоего типажа. Так, делаем парирование. И давай вот так вот. Сейчас отдупляться. Как пить дать сдохнут. Минус. Так, что тебе нужно, говнюк? Да, ах ты! Я думал, мы его добьем, но не вышло. Так, дальше нам идти надо наверх. Слушайте, наверх, наверх. Во, вот сюда мы с вами добираться должны. Так, Луиза, как у тебя с прыжками? 53%. Это слабо. Тут 63%. Я боюсь, что если мы упадем, не дай боже, то этот нас нахлобучит. Поэтому давайте, наверное, без риска... Агила... Ой, Беатриской. Давай наказывать. Парирование. Размашистый. Сейчас, ребята, он погибнет. И мы с вами, мы все равно, наверное, будем... А, тут лесенка есть. Я уже думал, мы будем прыгать. Акробатика опять. Нет, тут все у нас замечательно. Ты посмотри. Опачки. Они, интересно, они его допрашивают или он сдает информацию? Мне кажется, он сдает, это предатель. Потому что... Хотя не знаю, давайте проверим. Опа, опа, опа. У него посох, ребята. У него был посох, блин. А вот и соседи. Вы опоздали, доверчивые придурки. Альварадо всех вас провел. Рамирес давно склонил его на сторону Инквизиции. Вы совершили роковую ошибку, доверившись этому предателю. Какой досадный просчет, правда? Теперь Альварадо отнесет артефакт Рамиресу, а я заберу ваши жизни. Да? Ну хорошо, давай посмотрим, из чего ты сшит, сынок. Отберет он наши жизни, а предатель ответит за это головой, поверьте мне. Я его поймаю, я его накажу. Ох, как накажу. По всей строгости. Ну что же, ребята, мы с вами завершили задание на 3 звезды. Что меня вообще радует офигенно.
Так, продолжаем. Опыт, осколки, 20 ДНК. В общем, все шикарно. Ух ты, мы с вами получаем новый уровень, 32-й. И мне дают возможность улучшить кузницу и аптеку. Но, к сожалению, у меня либо не хватит денег, либо не хватит ресурсов. Так, ну это мы все с вами сделаем чуть позже. А теперь давайте предательство брата. Уровень 39-й. Поехали. Так, и у нас дневник Агилара, запись 23-я. До сих пор не могу поверить, что один из братьев оказался предателем. Альварадо, наш связной в Северной Испании, работал на Рамирса и следил за нами. Как только братству стало известно местоположение третьей части посоха Эдема, он передал эти сведения Инквизиции и завладел артефактом первый. Мы бросились по его следам, и они привели нас к собору Святого Иакова. Мы предположили, что Рамирес будет ждать Альварадо в окружении надежной охраны. Нужно проникнуть в собор, найти Рамирса и избавиться от него раз и навсегда. И забрать часть посоха. Кажется, ничего проще нету, да? Но я думаю, что Рамирес тут будет очень жесткий чувачок. А может быть, наоборот, ватный. Давайте для начала мы с вами похиляемся. Вот так. В принципе, подожди-ка, а у нас у Агилара как там? Ну, я думаю, что сгодится. Слушайте, Луиза нам здесь, по-моему, вообще не нужна. Но я все равно ее оставлю. Хотя нет, знаете, что мы можем с вами сделать? Мы можем поменять ее на медика. У меня есть один хороший медик, я его раскачал маленько, но ладно, фиг с ним. Давайте приступать. Ну что ж, дорогие мои друзья, не получилось у меня с первой попытки, даже со второй и с третьей, пройти последнюю часть. И поэтому мне пришлось повышать ранг нашему Агилару. И я надеюсь, что сейчас все пойдет как надо. Очень там сложно мне показалось. Что-то по полной программе меня там колбасили. Ну да ладно. Так, и теперь, ребятули, я покажу, каким составом я собираюсь туда пойти. Так, заходим в задание. Главное, что Агилар у нас по фулочке. То есть выше качаться ему уже некуда. Вот оно, предательство брата. Выбираем задание. Так, Агилар, Беатрис и Изабель у нас здесь будет. Изабель я взял в роли медика. Да, потому что от Луизы здесь нет никакого толка. Акробатики у нас там практически нет. Так что будем вот так вот разруливать ситуацию. Ну что ж, поехали. Проклятый Альварадо! Мы верили ему, а он предал нас, предал братство. Он за это ответит. Наша главная цель — найти Рамирса и заполучить часть посоха Эдема. Верно. Наша цель важнее всего, но если Альварадо попадется мне на глаза, он заплатит за все. Вот такой вот злой у нас Агилар. Его можно понять. Да-да, ребята, это моя 75-я попытка пройти этот уровень. Потому что мне обязательно здесь нужен и Агилар, и Беатрис. Чтобы они были оба здоровыми, но у меня не получается, обязательно кто-то погибает. Поэтому я все время играю, играю, переигрываю и все время в надежде на то, что этот уровень все-таки мы пройдем лучше. Но почему-то не получается. Так, ладно, хорошо, это у нас... Так, сосунки, мы их сейчас быстренько расколбасим. Самое интересное будет впереди. Здесь мы тоже пройдем довольно легко. И знаете, что я думаю? Мне как-то нужно попасть на самый верх. И для этого я, пожалуй, наверное, пойду... Так, секунду, возьмем, например... Агилара, да? Ну, предположим, грубо говоря, 73%. Так. Прыжок. Слушай, сможем мы его убить? Блин, все равно саданул меня, гаденыш, а? Вот, мы с вами попадаем наверх, да? И тут у нас есть неплохой шанс. Если мы возьмем Беатрис... Драка будет, конечно, жесткой, да? Можем взять Агилара, будет менее жесткой. Но я все-таки возьму Беатрис. Поехали, будем наказывать. Пытаться. Так, делаем парирование. Кровотечение вешаем. Так, этого говнюка сейчас мы с вами убьем. Ага, убил. Аж два раза, блин. Ну-ка. Вот этот вот рыцарь, блин, он вообще крепкий какой-то, как... Неужели отдуплился? Хорошо, ладно. Так, ну-ка, Агилар. Мы можем с тобой сделать... Мы можем сделать хитро, смотри-ка. Мы идем сюда. Забираемся, например, наверх. Забираемся наверх.
Вот так вот сделаем. Перепрыгиваем. И убиваем говнюка этого. Слушай, шикарно. Что у нас тут дальше? Палач. Погоди-ка, а для чего нам вот это вот нужно? А, понял, мы здесь должны попрыгать. 69%, но это все ерунда. Мы с вами пойдем напрямую разбираться. Я думаю, так будет справедливей. Главное, чтобы парирование успеть нам сделать. Так. Кровотечение. Уворот. Нифига себе, у нас там кровотечение сработало. Ха, ему конец. Вот это хорошо, ребята. Двигаемся с вами дальше. Так, ну-ка, Агилар. 64%, тут 73%. Хм. Как нам лучше сделать-то? Нам придется тогда драться с этим говнюком. Так, так. Неужели понизу идти? Если я возьму Беатрис, вот здесь она проиграет. Если я возьму Агилара... Черт, я даже не знаю, как лучше-то. Тут акробатика везде. Ладно, я беру Беатрис. Я беру Беатрис и... Или Изабель лучше взять. Ну, давай попробуем. Хорошо, фиг с ним. 45%. Перепрыгнул. Так, ну иди сюда, Олух. Будем с тобой сейчас... О, с удара заколол чувака, прикинь. Смотри, у нас 73%. Сколько у меня акробатики вообще есть? Так, я не понял, почему ты не показываешь, сколько у тебя? Блин, ладно, давай, попробуем. Хопа! Оп, типа наказали, да? Сейчас, если звезданет, блин. Да что ты... Ух ты, хорошо, что он тоже промахнулся. Е, закололи чувачка. Вот это уже хорошо, ребята, это уже очень даже отлично. Так, ну что, давайте, наверное, мы хильнемся с вами, да? Агилару немножко. И немножечко для Беатрис. Вот так, сколько у Агилара? 3 убийства еще есть. 3 убийства. Да подожди ты. Как же меня бесит эта камера, блин. Они говорили, мы исправим, блин. Где они исправили? Ни хрена не исправили, блин. Аж бесит. Ну что, пробуем. Пипец, блин. С этой камерой одни проблемы, блин. Так, ну что, давай ликвидировать его. Минус. 62%. Чуть-чуть не получилось, да? 62%. Ну, рискнем. Потихоньку, потихоньку. Опа, отлично. Ух, не упади, не разбейся только. Я тебя умоляю. Отлично у нас тут вышло все. И вот, ребятушки, смотрите. Вот здесь вот, ну сейчас увидите, короче, все. Берем. Так, ты у нас смертность на Беатрис. И заходим сюда. Так. Ну что же, смотрим. Отлично, Альварадо. Прекрасный спектакль. Ассасины так ничего и не заподозрили. Ловкий трюк. Угу, ловчей некуда. А вот и борцы за свободу. Они же жертвы предательства. Досадно вышло, да? Вы умрете быстро, мои верные лейтенанты. Избавьтесь от этих надоедливых бродяг. Блин, гады такие. Хо-ча. Что? Альварадо, ты предатель. Я был в одном шаге от триумфа. Будьте вы все прокляты, и ассасины, и Рамирес. Теперь я сам по себе. Я лично отнесу артефакт Тарквимадий, и награда достанется мне одному. Будьте вы все прокляты, я стану богатым и уважаемым человеком, пока вы грызете друг друга глотки. Ха-ха, вот так вот, ребята, Альварадо предатель. Ну что, нам нужно только вот с этим говнюком справиться. Попытаемся. До этого у меня не получалось. Поверьте мне, он меня заколбашивал. Хоть бы получилось, ребята. Хоть бы получилось. Ну, сдохнет уже. Е! Е, ребятули! Убили?
Рамирес мертв, отлично. Это сильно подорвет авторитет Тарквемады среди его войск. Но Альварадо сбежал, видишь? Это тело одного из лейтенантов Рамиреса. Альварадо, как он мог предать братство? Как мог так подло обмануть нас? Неужели кредо ничего не значит для него? Он опозорен. Он предал наши идеалы ради личной выгоды. Мы должны найти его и вернуть фрагмент посоха Эдема. А за предательство Альварадо поплатится своей жизнью. Идем, следы еще свежие, в погоню, во имя братства. Вот так вот, ребятулечки. Альварадо, да? Нехило киданул всех. Говнюк этакий. Ну что ж, на 3 звезды вообще идеально, ребята. Идеально. Знаете сколько? Я, наверное, попыток 6 или 7 потратил на это все. Да, кто-то скажет, о, играть не умеешь. Не, ребят, на самом деле все умею, но почему-то не выходило у меня. Я вот сейчас, последний раз, когда проходил, именно пошел поверху. И специально так сделал. Ну что же, мы получаем с вами 5000 экспы, плюс 25 ДНК, 130 осколков. Ого, фигню какую-то новую получили. Давайте продолжать. Достижение предводитель восстания мы с вами выполнили. Хм. В награду за стандартные задания. Но это все понятно, ребят. То есть, как мне и писали ребятули, что 5-ю главу еще пока не открыли. Так получается? Получается так. Нам остается только лишь ждать. Вот этот вот регион 5, как видите, он пока закрыт. Но у меня, поверьте, есть еще дела, которые я могу здесь сделать. Ну, мне нужно 35 уровень пройти на 3 звезды. То есть еще вот эти вот задания нужно сделать. В общем, все хорошо. Это мы с вами будем, наверное, делать в следующей серии. Кстати, ребята, у меня еще появились новые ассасины, которых мы с вами тоже потом рассмотрим. А пока я вам покажу, кто это. Из новых ассасинов это Лукас и где-то у нас еще легендарный Родриго. Ну что ж, дорогие мои друзья, на этом, пожалуй, мы с вами будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно с вами увидимся в следующей серии и продолжим играть в эту игру.